когда над Казанью разливаются родные песни, а в концертном зале пирамиды сверкают золотые статуэтки, значит, этот день настал. Сегодня долгожданный концерт национальной премии «Болгарадио СЭФ». 10-й раз со сцены звучат только лучшие композиции. Вот эта церемония – это итоги нашей работы за год. Мы очень готовились. У нас два сюрприза. Это человек, который получит статуэтку в номинации «Легенда татарской эстрады», и наши ведущие. Мы каждый год экспериментируем. Надеемся, что в этом году наш эксперимент оценят. И он понравится. Сюрпризы ждали с самого открытия церемонии. Первая песня из оперы «Карапулат» как посвящение тысячестолетию со дня официального принятия ислама в Волжской Булгарии. В августе партию «Наргизы» на древней земле Болгар исполнила оперная певица Илюза Хузина. К приятному удивлению зрителей, она же стала и соведущей концерта. Сез мине тон калдырдыгыз. Сәм тонтанабызны менә шушындай югары кимәлдә башлап җибәргәнегез өчен аерым рәхмәт сезгә. О том, насколько этот вечер важен для всех ценителей татарской эстрады, можно судить по количеству людей, которые пришло сюда увидеть это шоу. В зале нет свободных мест. Люди приехали и из других регионов страны. Я очень горд за свою родину, за свою столицу, что имеет такой конкурс, имеется, 10-й раз вручается эта премия. Мне очень нравятся татарские песни, татарские исполнители, и исполнители на этой премии мне тоже нравятся. А кого больше хотите видеть? Ришата Тухватуллина. А это тот самый символ народной любви – золотая статуэтка. Обладать такой наградой значит практически внести себя в пантеон славы татарской эстрады. За 10 лет ее получали и признанные звезды, и начинающие артисты, но всегда те, кого любят в первую очередь слушатели. В номинации «Выбор слушателя» статуэтку получили Гульнас и Ильсур Шарипжановы. В номинации «Народная любовь» Ильсия Бадретдинова. А номинации «Самая народная певица» удостоилась Венера Ганеева. Номинироваться в этом проекте – это очень почетно. Думаю, для каждого певца. Каждый мечтает участвовать. В течение года готовит новые проекты, песни, ротируется, но никто не знает, кого народ еще выберет. Я бы сказала, что это самая-самая такая гадель, как это сказать, гадель? А, справедливая вообще, справедливый проект, потому что здесь действительно основной выбор народ все-таки выбирает, и мы уж для нас это счастье. Татар эстрадаса легендаса. А в специальной номинации «Легенда татарской эстрады» наградили народного артиста ТСССР и заслуженного артиста РСФСР Эмиля Заляльдинова. Это не все, чем сегодня удивляют организаторы и артисты. Взять хотя бы оформление сцены, в котором четко прослеживаются элементы декора древнего Болгара. Ведь церемония посвящена сразу двум датам. И юбилею премии, и тысячестолетию со дня официального принятия ислама в Волжской Болгарии. Рассмотреть все это детальнее можно будет уже 1 января. Телеверсию концерта покажет наш телеканал. Рамиль Шайдун, Алмаз Единов, ТНВ, Казань.